Всем привет дорогие друзья, вы на канале Лин Хасл и сегодня у нас обзор на таполку э, Telegram Gaming Platform и это таполка от... Очень известная букмекерская конторы, думаю, все про нее услышали, MostBet. Итак, сегодня будет обзор, сегодня расскажу, что к чему в ней, и ссылка обязательно будет в описании. Итак, давайте переходим, нажимаем старт, выбираем русский, что, кстати, прикольно, что здесь можно пригласить, и давайте нажмем играть, и будем уже внутри самого приложения э, разбираться. Итак, здесь, как и в любой таполке, можно э, раз в 8 часов забирать какой-то свой доход. Радует, что всего в 8, а не в какие-нибудь там 3 или 2, э, поэтому не надо здесь, сюда заходить просто просто постоянно становиться рабом. Итак, забрать, я вот забираю, у меня, значит, токены обновились, и начинаем фарминг. Потом эти токены можно будет использовать для игры на их сайте, ну и когда будет лишник, соответственно, обменять на реальные деньги впоследствии. Ну, либо же оставить, ждать, когда он вырастет, ну и так далее. Все как и обычно. Далее, что у нас здесь есть? Апгрейд. Ну, в апгрейде, понятно, можно прокачивать свои... Тапанье, то есть можно прокачивать как и везде энергию силу тапа пассивный доход и так далее то есть вот давайте я даже прокачаю и успеш... у меня будет вот прокачиваться пассивный доход вот раз в 8 часов можно забирать бусты которые увеличивают скорость вашего тапания кстати при регистрации вам дадут вот такие 10 usdt gaming о которых я чуть позже расскажу зачем они нужны Uh, здесь, uh, собственно, как еще быстренько подняться, это, разумеется, задание выполнить с подпиской на их соцсети. Ну, это классика. И, кстати, если у вас есть Telegram премиум, то награды увеличены аж целых пять раз. Я считаю, что это вообще супер. И за ап-лиги здесь тоже есть награда. Uh, и здесь также очень много, очень много скинов, различных просто вы посмотрите на обширный выбор реально выберите себе когда накопите любой из них какой пожелаете с этим потаполки закончили давайте посмотрим остальные разделы и как раз таки поймем почему именно этот бот может заинтересовать давайте перейдем в раздел игры и что мы здесь видим в разделе игры вы можете найти лотереи и аукционы. Что это, собственно, все такое? А вот как раз-таки те 10 долларов, которые вам даются при регистрации, просто когда вы заходите, 10 бонусных долларов вы можете использовать, когда их добавят в лотерейках. Например, будет розыгрыш на Dyson или на деньги, на iPhone, на MacBook, на электропылесос, на что угодно, и вы сможете эти деньги Купить на них лотерейный билетик, и вам может повезти, и вы можете выиграть. И самое главное, что за это не нужно платить. По сути, вам дадут их просто за регистрацию. И когда э, это введется, вам можно будет вот таким образом э, что-то выиграть себе материальное. Что в никакой таплке больше такое я, такого я не видел, чтобы разыгрывались какие-то материальные призы. Ну и, разумеется, здесь есть еще аукционы. Очень тоже прикольная система. Они азиатские. То есть... Uh, у вас тоже будет USDT, и вы будете с другими uh, значит, игроками по методу аукциона бороться uh, за эти призы, каждый раз повышая ставку. Ну, думаю, с аукционами и лотереями понятно, ни в одном боте я такую механику не видел, думаю, многим она реально зайдет. Так, ну и раздел «Главное». это то, ради чего мы собрались, это раздел франшиз. В чем, собственно, суть? Uh, вы за 15 реальных USDT покупаете себе доступ к франшизе. Далее, каждый человек, который под вами, по вашей ссылке купит франшизу, получит, за каждого вы получите 3 USDT. И бонус за уровень будет 1 USDT, и когда вы, значит, 5 уровней пройдете, то есть, когда у вас 5 человек за вас получат, под вами получит эту франшизу, вы получите 62 доллара. То есть вы получите свои 15 назад, за бонус уровня еще один и еще 62. То есть вы будете в плюсе, если просто пригласите 5 друзей. Далее есть варианты за 30, 20, 120, 240 и так далее. Ну, самый выгодный вариант, я считаю, это 120, поскольку здесь вы получите... 24 за каждого друга, то есть за 5 друзей вы уже вернете свои накопления. А если вы пригласите 8 друзей, то вы вообще получите 2040 USDT. И матчинг-бонус это, если ваш друг, например, выиграл на ставках на MostBet, то вы получите от этого 7,5%. Я считаю вообще просто прекрасным. Вот тут люди уже имеются, у них тут уже по 6,5 тысяч долларов. Так что можете переходить и пользоваться вот этими франшизами, потому что тут есть по сути на любой бюджет. Вот 15 долларов это сейчас там 1400 рублей и можно получить там спокойно 6 чем-то тысяч. Ну я считаю это вообще неплохо. Бот сам оформлен красиво, знаете, немного напоминает банковское приложение даже по своему дизайну. Здесь есть какие-то факты, можете тоже везде вот это все покликать. Пополнить можно не только криптой, но и через, значит, различные платежные системы российских банков. Надеюсь, я все подробно объяснил, рассказал. Так что переходите по ссылке в описании и пользуйтесь.